Больницы Самарской области получат около 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает правительство России. Деньги направят на внедрение электронного документооборота в клиниках, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Система будет интегрирована с порталом госуслуг. Пациенты смогут записываться на прием к врачам в личных кабинетах «Мое здоровье». Трансферты получат всего 72 региона страны. Общий объем предусмотренных средств – 2 миллиарда рублей.